Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю последний в этом году ФФА сериал. Аж 10 человек, и я играю за новую нацию Польшу. Если вы не видели первую серию или вообще вот наткнулись случайно на эту серию, то начните смотреть сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Просто дзынь-дзынь никто не говорил. Да, дзынь не сказали, вот и всё. У грека отлично, уже все города по 10 как минимум. Все очень неплохо. Все очень неплохо. Man is a military animal. Glories in gunpowder and loves parades. Listen. Strange women lying in ponds, distributing swords, is no basis for a system of government. You can't expect to... Монархия. Очки влияния. Плюс 2 к жилью. Ну, блин, мне больше торговая республика, потому что у меня на караваны моя страна. Не знаю, не хочу я сейчас кавалерию брать. Откровенно, плюс 50. Я лучше потом возьму вот плюс. Где тут? Вот. Удваивает веру от зданий в районе священное место. Так, у меня тут есть, походу, где-то так, 4-6, 4-9. 4-8, 2-1. Нет, все-таки в Тескока. Где селитра? Ага, я на нем, на ней стою. Отлично. Стоп, давайте-ка не книгопечатание открывать, а электричество. Две гавани нет. А вы заметили, кстати, с великим полководцем штуку? От него все отказались, походу. Да, и пока ну, все не построят эти военные лагеря, мы ни одного великого полководца не получим. Почему отказались? Он мне не был доступен. Мне тоже не предлагали. Написано, другая цивилизация имеет активную возможность забрать этого полководца. Проверьте каждый. Просто кто-то тупит. Можно. Первый грек должен. Грек пропускал Горга. Да нет. Вандервул. Там вон Польша, известный игрок и Испания. У меня написано, нельзя нанять. Какая Польша? Хотя очков 0 из 18. Нет, так у нас по 0. Это да, это тебе даже не хватает. А вот среди тех, кому доступно... Вандервул, ты брал полководца? Наверное, стран 6. Нет. Ты его пропустил или забыл? Нет, я просто его не брал. Никто его не брал, я его не брал. Ты кнопку пропустить нажал? Это нет. Ну так нажми пропустить. Так возьми или пропусти его. Вот. Нет. Он ответил нет. Понимаешь, все не брали его, потому что он никому нужен не был. Просто ждали, как кто-то нажмет. Вот я нажал пропустить. И я теперь нажал пропустить. Просто ты вот. Надо кнопку пропустить нажимать. Ты понимаешь, его никто. Он тебе. Понимаешь, пока он тебе предлагается, никто другой не может его взять. Кто там теперь? Ацтеки. Не, я его уже пропускал. Вот именно Баудику, самое первое. Привет из прошлого какой-то. Так, ну чё, таймер?
Горга. Интересная ситуация, то есть вот так вот благодаря таймеру можно откладывать, например, ученых, да? Если я в самом начале построил там библиотеку, получил самого первого великого ученого и ничего не нажимаю. Да. У вас у всех на всю игру будут заблочены все ученые. Да? Ну так нельзя, это багаюс. Ну это абуз, обычный абуз. Зачем этим пользоваться? Ну да, но это... судя по тому, что это... сейчас происходило с так, великим... Вот, этим... тоже американец должен... Нет, просто говорю про возможность. Взять. Я не предлагаю так действовать. Что-что? Ну... Американец пропустил. Ну, американец пропустил, да, я не взял. Ну потому что я в списке. If your actions inspire others сейчас кому-то он обломится. More, бесплатно. More, да, мне... А что делает? Если нету пропустить, это значит... Платинг. Да. Подскажите. Так, вот, меняем, теперь на удваивает веру от зданий. Что дает вот этот вот великий бонус торговец? Бонус от соседства поменяем. Какой? Вот который сейчас будет? Один уровень, да, великого взаимодействия, международного взаимодействия. 66. Ну, это фактически ну, улучшит качество твоих шпионов. Качество шпионов, понятно, понятно. Ну, как бы такое. Мы его считаем тухлым. Это не шпион, там повышается. Это повышается количество вот этих спамных сообщений. Так, можно пропускать его. Поможешь. Да. Рунак. Последний должен взять. Тот. Француз, а ты что, все это время жил без коммерческих районов? 3-1 только. Очка великих торговцев. Да. Так это топчик. Компли нету. Ну тут или все вместе не получается. Получается. Так это... Ну, у кого какие города? А как у тебя с золотом? Где... Ну. Золотом? Траблы. Как у тебя с золотом? Как у меня золото? Его нет. Все хорошо, его нет. Как у меня золото? Ну, нет, нормально все. Так, давайте-ка военный лагерь построим. Так. Что значит плюс один уровень дипломатического взаимодействия с другими цивилизациями? Да что, Тоня, что вот объяснили? Усиление шпионов. Можешь пропустить совет. Есть еще побочный эффект от этого товарища. Заспамленный просто в хлам экран в начале хода. Всякими сообщениями типа Греция торгует с Грецией и прочего. В новом UEmode, кстати, это все завернули под кнопочку. Слушай, араб, у меня просто есть повод для войны, и это ускоряет цивик. Обычно. Есть еще арабские города, которые ускорят науку. Да, ну так он фиг знает где, я на него никак не могу напасть. Такая история печальная. Слушай, ну с веткой какой-то явно косяк. Я, походу, тоже могу сейчас выйти в химию, блядь. Что это такое? Не ругайся. Извините. Как? Таймер. Не знал, что... Я забыл про это вообще. Слушай, я как бы сижу себе, понимая, что нужно нижнюю веточку, там все такое.
Да тут, грубо говоря, открыл бомбарды и можно открыть химию. What the fuck? Почему бомбарды? Как тут бомбарды? Разве ну, связано как-то? Вроде как канализация. Ну или канализация, ну в общем там какой-то один говноцилик и все, привет, химия. Да. Да, это они ну, что-то очень резко сделали. Если бы правильно, ну, работало правильно плюс 5% ко всем наукам, то так бы не делали, мне кажется. Не, просто это мало, мало. В моде добавили, вот чтобы ты понимал, грубо говоря, к последним наукам, там, по-моему, 150 плюс еще сверху на информационную эпоху. И это играется нормально. Да, это дольше по времени, но ты... Ну, как бы, есть минус затягивания игры в целом. Но это более как-то адекватно, что ли. А здесь что, с такой наукой вот... Тихие открываются за 5-6 лет. Блин, я объявил арабу войну, имея формальный повод, и у меня цивик не ускорился. Следующий. Каким следующим? Там, я просто объявил войну, потому что осудил его. А там нужно либо колониальную войну объявить, либо войну расширения, либо священную войну для ускорения национализации. То есть... национализма. Ну, класс. Бессмысленно объявил войну. Да уж. Я просто покажу. Я это запомнил. Сыграл маньяком. Подряд за всю игру. Единственный, кто объявил войну. Главное вовремя промолчать, да? Кто-то знал и молчал. Ждал, пока объявят. Так я объявил вроде, только тогда сказал. Мне не успел никто на перерез кинуться. Нет, не объявляй. Ну, тогда извини. Сам себе злобный Буратино. Так, вот у меня лимит жилья настал, так что амбар. Блин, что ж тут с китами-то делать? Ладно, пойду серебро обработаю. Кого-то и гусары в танк апгрейдится. Надо 7 жителей для гавани. Так, медленно растет. Не хватает жилья. Ну фигово. Прямо скажем. Так, 173 науки, 232, но остальных меньше, а не вот 243. Ты Перикл. Таймер. Дзынь-дзынь. Блин, я нажимал уже. Нажми еще раз, ты плохо стараешься, сколько нет, раз. Нет, видишь, не я, а неизвестный игрок, это все неизвестный игрок. Что значит неизвестно? Все уже познакомились. У меня два неизвестных игрока, я даже не знаю, где они находятся. Кто это? Наверное, ацтеки? Ну, мне кажется, что Ганди еще ходит. Ну, ходит Ганди. И Ганди. Ганди ходит. Замерз Ганди в тундре там своей. Замерз. Разочек можно. Ну тут тогда, знаете что, вот получается по этой ветке развития не очень можно понять, что и как. Ну, допустим, вышел человек в химию, окей.
А по юнитам у него ничего нету. Ну как он ПТ эту команду получает? Ну ПТ команду. Но это и есть возможность пойти по разным веткам. Кто-то идет в лабы, кто-то в танки. Ну да, кто-то вышел, допустим, в пушки, ну, во рту и вперед. Ну, понимаете, тут, честно говоря, не очень я себе представляю, как можно выйти в танки без лаб. То есть, если тот человек, который выходит в лабы, ну... А? Если, конечно, у другого, который в танке идет, у него там куча кампусов, но, предположим, у них все одинаково. Так ты в химию намного раньше выйдешь, и я уверен, что, построив лабы, ты еще успеешь до танков добежать. Вот в этом проблема. Это на ранних там этапах, когда там какой-нибудь универ пошел, а ты, например, пошел... Что тут у нас? Какие-нибудь арбалеты или рыцари. Это еще можно прокатить. А тут, по-моему, без лаб. И даже еще без... Ну ладно, электростанции фиг с ним, но... Заменять движение в танке лабами, наоборот, заменять танки лабами не самый лучший вариант. Потому что человек, ушедший в лабы, он успеет и до танков дойти, по-моему. Так, 4.9. Бесплатный справочник организаций и детальная карта городов 2GIS будет с вами даже там, где не ловит мобильный или нет Wi-Fi. Благодаря подсказкам вы можете увидеть, работает ли организация в данный момент, и если нет, то как скоро она начнет работать. Скачивайте карту нужного вам города совершенно бесплатно на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. 265. Дзынь, дзынь. Пожалуйста. Коплю деньги на то, чтобы электростанцию купить сразу. То есть вот в этом производственном районе она там 1000 с чем-то стоит. Лабы у меня и так строятся. Кстати, вот здесь надо еще лабы. Ну тут Софийский собор достроится уже. Так-то и будем что-нибудь... посмотреть. И надо еще... А, и следующий апостол. Еще и ракетостроение. Класс. Апостола мне. Ну, ракетостроение там еще требует других тех. Не, ну я теперь понимаю, что Арчи как бы рассказывал, что он улетел там к 140-му, там 150-му ходу, все ясно. Да. То мы не могли там... Это уже какой-то мем пошел. Я улетаю до 140-го хода. Ой. Ну да, соты на дворе, мы в химии. Окей. Ну это то, что нет войны, мне кажется. М? Потому что нет войны, никто не воевал. Ну, допустим, кто-то воюет. Окей, кто-то строит химию. Еще бы хуже было бы. Ну да. Мне кажется, на десятерых нет смысла вообще воевать. Ну... Не скажи. Но если ты если можешь быстро все-таки забираешь захватить, соседа, да. Ну, почему это... нет? Если быстро, а вроде как все нормальные ребята. Это во-первых. Во-вторых, 9 человек скинутся по 100-200 да, золота, у тебя будет очень много денег. Проблема. Ну, а почему все должны прям скидываться? Вот. А потому я что бы, всем например... это выгодно. Ну, я бы, например, бы вот спонсировал бы, если кто-то на грека пошел бы. Я ну, бы не смотри, греку давал хорошо, бы деньги, а наоборот. Хорошо, кто-то пошел бы на грека. Вот как бы ты отнесся к тому, что этот кто-то бы грека полностью захватил? То есть норм? Вот когда... Нет, вот когда кто-то бы уже захватывал... Вот, это вот в этом и вообще. Дело. Вот в этом и дело, что никто не хочет идти на грека, например. У грека еще, кстати, 151 турист, ему нужно всегда всего 48, а нам всем по 152. Опаньки, тут уже кто-то побеждает... Культурой? Ну не то, что он побеждает, но просто 3 из 48 просто... Да повышайте культуру, культуру повышайте. Да чепуха это все.
Да это вообще копейки. 151 туризм даже с карточками этого не хватит. Чтобы ему выиграть, ему надо где-то... Не, ему надо 48. Нет, ты не понял. Цифра в туризме должна быть порядка 1000-1200. Знаешь, чтобы выиграть. То есть ты можешь, знаешь, как посчитать? 150 умножить на количество игроков, то есть в данном случае 10, 1500. Ему нужно вход 1500 туризма, чтобы вход у него повышалось на одного туриста. Вот и все. Вот так просто. У него должно быть 1500 туризма вход. Тогда он будет каждый ход получать по туристу. Ну вот. Mm-hmm. Это нереально. Можно сейчас посмотреть. Вот сейчас у Перикла 65 туризма вход. Собор Святой Софии. И что еще? Биг Бен. Грек построил. Сколько у него денег стало? 4500. Так. Замечательно. Шпионы вперед. Пас. Так. Что нам тут строить? Давайте еще строителей. Так, здесь лаборатория. Ребят, давайте паузу 10 минут. Чего? Да ну, ребята, вы что? Только что пауза была. Ну, слушай, ну, ну, давайте сделаем, ну, так. Блин. Давай ты, можешь просто походишь и пойдешь, там, сделаешь за 5 минут. Тут таймер-то 5 минут, собственно. Таймер поднять. А так, я отходил только что, и до сих пор тут ход был? Вау. Нет, это уже следующий ход. Не, ну, у меня один ход оставался до этого Биг Бена. Да. Ну вот, следующий ход у тебя Биг Бен построился. Че, видно стрижителя? Всю игру, да? Да. Ну тут, мягко говоря, место такое, так себе. Это ГГшка? Да. Но все-таки... Стрижителя? Смешно. Везде у меня нехватка жилья. Надо решать как-то это дело. Меня больше беспокоит японец. Японец-то чем тебя беспокоит? Очень много у тебя науки. Прикол, науки больше. А культура так вообще в 4 раза больше. Да, так, на минуточку. У тебя 233, у него 216. Только что у него был 260. Видимо, у него забрали этот город-государство. Ну, слава богу, убить этот город вообще надо. Все научные города надо забирать. С ним забери. Вообще Женеву по-хорошему нужно убивать. Или забирать ему ее кому-то, или... Или может кто-то, кто далеко от грека, объявит ему войну просто? Потому что Женева дает плюс 15%, когда вы не ведете войну. Да. Ну... Например, так, американец. Ну, вы все? Можете посмотреть, кто у Женевы там, сколько... Да ладно, я заберу у него Женеву. Там же не обязательно быть сюзереном. Там, по-моему, можно 6 этих или нет. Нет, это бонус сюзеренства. Но Женеву снесите, да и все. Да все, я забрал ее. И что, теперь тебе больше, да? Так, а у меня мало. Какая разница? 300. 190, ну, мало, 190, ну, и 300, это большая разница. Каких 300? У кого 300? Ну, 300, ну, у него только 230. Что. Ну, окей.
Грека, вижу, там куча великих музыкантов бегает. Видимо, уже сажать некуда. С музыкантами беда, для них нет места. В этом мире. Так. Стены не надо, канализации не надо. Монсен Мишель. Ну, в принципе, давайте. Тоже. Может, ввести какое-то моральное ограничение на количество кампусов? Моральное? Да. Так же, как на ядерке. Ну, то есть у всех будет одинаковое количество кампусов тогда. И как да. Можно будет по науке обгонять, я не пойму. Ну, смысл тут города там строить? Ученые, то есть всегда будет просто выигрывать тот, кому повезет с городами-государствами научными, да? Ладно, все. Я бы... Не, на самом деле, мне кажется, тут именно города-государства больше всего вносят дисбаланс. То есть вот, ну, сами посудите. Грек первый встретил Вильнюс. Пока я вижу, это единственную культурную ГГшку. Может, там еще где-то есть, пускай. Но грек ее первый встретил. Он построил кучу акрополей и посадил там туда этих вот. Представьте, что он имеет чисто с города-государства там примерно в районе 100 культуры, значит. Потому что, ну, каждый вот этот вот уровень – это плюс 2 культуры, да, с акрополя? Сейчас я гляну. Да, плюс 2. То есть он имеет плюс 4 культуры. Кстати, Вильнюс еще какой процент не дает? Не дает. Плюс 4 культуры. У него 8... Не знаю сколько городов. Там 8, 9. Даже если 8, то 8 театральных площадей. 4, 8, 4. Ну, 32. 32 культуры. И он сразу туда пошел, в это все дело. То же самое касается научных городов государств. Если кто-то там ранг встречает, то это дополнительный бонус к культуре. А остальные что? Типа, в чем прикол, что кто-то имеет вот такой бонус по науке, а другой не имеет? Что это за... Это даже, по-моему, менее справедливо, чем горы в пятой были. Что, типа, у кого-то есть горы, а у кого-то нет. Поэтому играйте с модом. Там это все исправлено. Нет, не нравится. Блин, я еще археологов не открыл. Как там? Ну, так там 25% только от цивик, этих, от Эврик. Смысл? Нет, Эврик. Их вернули, там уже 50%. Как опять же долго ходим. Бонусы от городов. Вместо плюс 2 дают плюс 1. Сами сюзеренские бонусы пока не меняли, ждут. Вскоре, скорее всего, и до них дойдут руки. По поводу ветки технологической, ее переколбасили, не поменяли местами именно техи, а просто поменяли связи. Сетку связи, которые теперь вынуждают тебя не вот так вот в химию тупо заходить, а изучить хотя бы что-то еще, кроме этого, ну, более как-то адекватно. И количество науки, вот Фераксис, я не знаю, ну вот, от 5 до 20% они прибавили. Окей. Ну и я что-то разницы вот не чувствую. Во-первых, это увеличенное больше количество, поэтому там как-то поинтересней. Но сейчас в моде, вот мы дистрикт отключали, там дистрикты не очень нравятся, допустим, потому что дистрикты были заточены под то, чтобы города могли быть высокие, поэтому там они дают... как и все здания, как и все районы, дают процент. То есть помимо сухих цифр, ты при постройке получаешь еще процент. В данном случае к производству. Если здесь... Зачем процент? Еще? Итак, каждый житель дает науку и культуру. Ну, каждый житель дает. Смотри, там зачем какая еще идея? Процент? Ну да, слушай, там ну, идея они какая? Делают из шестой цифры пятую, я понимаю. Но если разработчики не могут сделать нормальную шестую, сбалансированную, ребятам пытаются сделать, чтобы в мультиплеере было поинтереснее. Вот, по-моему, нормальная. Ну, понимаешь, Качечка, на данный момент шестая цива просто игра про то, как поставить много городов. Доходит до конца. Да, отстег, давай, заканчивай. Я что-то вас заслушаю. Шестая цива игра про то, как поставить много городов. Все, тут других вариантов
То есть тут могут быть плюс-минус 1-2 города, но если у тебя 4 города, а у соперника 8, то ты проиграешь. А это не дело. Должны быть разные варианты, по-моему. Она толкает на войну за место. В смысле войну за место? Ну если тебя... Хорошо, если вы вдвоем воюете, если это дуэль, это еще более-менее понятно. А если вот так, как во многих играх у кого-то кидает куча места, он сидит там развивается, а двое воюют за место, то в чем прикол? Нет, так сейчас доходит до того, что у тебя есть место под любой самый тухлый город, ты берешь и ставишь туда город. И это работает. Нет, это вы понерфили уже. Убрали АОЕшку от фабрик, уже это невыгодно. Не, окей, убрали АОЕшку от фабрик, но город теперь в сухом остатке дает тебе коммерческую зону и караван. Сейчас это даже круче, чем индустриальная зона. Они убрали одну из самых интересных механик, которую ввели же сами. Ну, не понимаю логики, то есть, типа хотят исправить что-то, но убивают все то, что должно оставаться. А по поводу сделать из шестой цивы пятую, вот смотри, там также вот ребята сделали, да, как в пятерке, ты ставишь город, у тебя увеличивается стоимость тех и этих фиолетовой ветки культурной на 2%. То есть если ты упарываешься в 10 городов, тебе надо думать, да, стоит ли этот город свеч или нет. Поэтому это логично. Это они пытаются вот таким образом показать, как можно... Так и ты сами же разработчики в пятой делали. Это нормальные и здравые идеи. Если тут они сделали без этого, ну, значит, что-то они сделали не так. Почему не играть в мод? Потому что это типа неофициально? Да нет, только потому это... что... Я тебе могу сказать, потому что там намного меньше людей сидит над этим, думает, у них могут быть хорошие идеи. Но они, вот если брать, например, в пример пятую, я могу сказать, почему я No Quit Mod не играл в пятую. Ну, точнее, я играл, разбирался с ним, смотрел, потому что они взяли баланс с одного, сместили на другую. И ну, и многим это понравилось не потому, что это лучше стало, а потому что надоело играть это как было, да, стало по-другому. То есть народ просто по-другому захотел. Вот и все, но они не сделали лучше. В этом ноу-квит-моде многое хорошо, что они исправили ошибки там всякие, которые были. Там, например, там чудеса более вменяемые, типа такого. Но баланс развития, там, типа традиция и прочее, просто сместилось в другую сторону. И я просто боюсь, что то же самое и здесь будет, шестой. То есть пока на самом деле шестой оригинальной цивы просто нет. Нам выпустили болванку и смотрят, как мы с ней играемся. И вносят туда всякие изменения патчами. А No Quit Mod просто немножко впереди идет и типа более расторопнее это все меняет. Но как оно будет в итоге, что сделают из игры? Я просто считаю, что разработчики более понимают игру, чем вот ребята с модами. Было бы, конечно, очень неплохо, если бы они еще между собой контактировали, знаешь, там обменивались идеями, но это не про Firaxis просто. Это, ну, да, это про Paradox Interactive, который там берет мододелов реально, вставляет в игру, доделывает их, отшлифовывает и прочее. Здесь ребята чисто тупо ковыряют в носу месяц, потом что-то выпускают. Ну как вот до сих пор нету очереди построек, да? Да. Как вот с этим балансом? То есть еще, кстати, по поводу баланса и технологий. Мне кажется, что Firaxis все-таки больше упор делает на стандартную скорость. А эти мододелы, ноуквитеры, ну и мы с вами, мы играем в сетевую скорость. И у них все-таки... Вообще странно, почему Firaxis делает на стандартную скорость, если в нее никто не играет, блин? Нет, в нее играют соло. В нее играют... Соло, но это какой-то... Ну, ты понимаешь, что ты не знаешь реальной статистики? Ты просто говоришь, тебе извиняюсь. Кажется, что все вокруг играют так, а не так. Firaxis делает для тех, кто покупает игру, а основные покупатели — это те, кто играет в соло, а не в сети. Ну, тогда делайте... Конечно, и... больше половины поняла. Интеллект доделайте, нормальный интерфейс сделайте. Это сделки индус и испанец. Посмотрите, пожалуйста. Ну, блин, ну нафига вот мне диверсию на производстве теперь кто-то делает? Ну, блин, я тут что, самый главный соперник? Я и не понимаю вот этого.
Я так и знал. То есть это француз на мне прокачал шпиона, теперь вот гадит. Нет, нет, нет. У меня нет у тебя шпиона. Ну, конечно. Мы с тобой друзьяшки. Всю игру. Кто у меня в Плотске прокачивал на этом? Ну, не я. Я вообще... У меня умер то, что... У меня первый был капстек упущен. И все. И умер. Умер. Я бы кому-нибудь засадил бы, у кого денежек побольше. Главное, разграбили мне промышленную зону. Я ж тут главный первый по промышленности, по всему. Да. Строим военный флот и оружейную, чтобы военного инженера делать и попробовать эту способность польскую. Блин, может здесь вырубить лес и ферму поставить? Сейчас с такой скоростью ты реально не успеваешь районы даже построить. К концу игры даже все, это жесть. Да, да. Ну, нет, все районы построены. Я не знаю, о чем будет. Может быть, это и правильно? Сколько у тебя жителей? Сколько у тебя жителей? 15, 14, 12, 13, 13. Ребят, чем с Периклом, блин? 300 науки. 300 культуры. Он в гранты упарывается, что ли? Ну, в гранты уже поздновато вообще-то. Да нормально. Гаранты никогда не поздно. Ну как не поздно? У меня ПВТ. Блин, я не знаю. Ну в химию вышел, там ПВТ. 70. Сколько гранты? Что ты имеешь в виду ПВТ? Не знаю, как они в английском называются. В русском переводе это называется ПВТ. Ну в химии. ПТ, а, ПТ-команда. ПТ-команда, мы не о том. Противотанковая команда. Мы про гранты, мы про... А, научные... гранты, проект. Блин, я понял. Проект. Я думал, вы про гранды. Гранды. Так, следующим ходом куплю электростанцию. Дзинь-дзинь-дзинь. Да, вы дзынькайте. То мы так и не походим. Ну реально, и как тут воевать? Ты только подведешь армию, уже кто-то улетел, получается. Ну, он-то просто не строит армию. Ну, что значит подвел? Вот кто-то в химию пошел, да? У него, то есть, может быть, только устаревшая армия. Ты думаешь, что с 300 науками вход у меня устаревшая армия? Ну, тебе как минимум построить что-то надо. Прапать нужно только... Ну, блин, ну вот сейчас у тебя есть деньги и прочее, прочее, прочее. А если раньше нападать? Не, у него-то, даже с учетом того, что он будет отставать, у него армии, как бы, это уже круто. Так, что шпиона возьмем. Мгновенно обосновывается, просырье, ракетостроение, вербовка партизан, во.
Блин, что ж тут с китами сделать-то? Так, электричество открыли. Мы пошли в ракетостроение, вот прям тупо напрямик. Так, значит, здесь покупаем электростанцию. В Кракове фабрику ремонтируем и следующим ходом купим электростанцию. Так, давайте смотреть возможность покупки за веру. Я могу, наверное, где-то художественный музей или вообще в Быдгоще амфитеатр я могу купить, нет? По Вроцлаве. Да, уже три минуты прошло. Да. Блин, у меня даже реально дзынь-дзынь было. Ну, вы знаете, все похоже на то, что мы сегодня сыграем эту игру. Благодаря Греку? Нет, в целом благодаря Цири 6. А что значит подожди, а что значит Перикл улетит? Мы по науке-то ровно идем. Скорее всего, все в ракете. Но у него 300, и что? Для того, чтобы улететь, не нужно 300. У нас у всех по две ракеты на Грека. Ну, уже 365. Ну и что? Ну, блин, я не знаю, как у вас. Заберите этот гребаный город, разрушьте его к чертям. Какой город? Женева не его. Да ладно. Я зря. Мне до ракетостроения, например, две технологии осталось. И что? Вот. Уже его. Он, да, он туда слил. Следите, сколько у него науки, не следите за Женевой. Все правильно. Я еще тут замечаю такую тему, что получается, как бы желательно с таким производством реально настраивать войска, тухлые даже, старые, с учетом, чтобы их потом просто апать, иначе ты просто не построишь их особо. Нет. Слишком долго. Настроить армию — это долго. Надо держать всю игру. Не, ну да, вот я имею в виду, что вот то, что было построено там в античности, оно и будет как бы работать. И все. А, и только потом еще что-то подстраивать. Что, ну, нигде нету пригородов? Да. Поляк получил шпионов, который лучше рекрутирует этих повстанцев. И круто. Что? У тебя пригороды есть, француз? Грек? Ни одного. Вот прикол в том, что ни у кого нету. Вообще ни у кого, по-моему, в игре нету. Ну, из тех городов, что я вижу много городов. Пригородов нет. Ни одного пригорода. У меня скоро будет один. Даже у грека нету, получается? Да. А потому что их некогда строить. А смысл вот их строить, если у человека там 14 жителей, знаешь, так... 13. Тут больше, наверное, проблема со счастьем, скорее, чем с жильем. Да нет. Че, я бы не отказался пару пригородов построить, но я их еще не открыл. Индус сделка. Блин. Что ж делать-то? Ну, вы там ходите, уже 3 минуты прошло. Спасибо тебе, добрый человек, что ты нас всех подгоняешь. Ладно, давайте еще раз попробуем спереть. Вдруг все кто-нибудь пригороды построит.
Национальный парк. А можно как-то посмотреть производство среднее там по статистике или нельзя? Только с UI модом, да? Да. Я так смотрю, у меня в среднем по больнице где-то 50 промки. Это нормально, нет? У тебя же там у самого последнего города ты рассказал, что там 56, типа, ходов 56 назад. Последнего, да. Вот сейчас 56, ничего не прибавилось. Но в среднем 50. То есть тебе человек говорит, у меня в столице всего лишь 50 производств. Я такой, у меня в последнем 56. У тебя в столице 50. А теперь такой, ребята, у меня в среднем 50 производств. Хорошо. Ну так это в среднем, вот в столице 88. То есть в каком-то городе 16? Вот в Бильбо 30... Бильбао, там 32 производства. Бильбо Бэггинс. 38, ладно. Да, я тоже подумал про Бильбо. Так я так и сказал, ну, очень похоже. Бильбо. Окей, давайте не 50, 55 в среднем по больнице. То есть 55-7, сколько это? 400 пром. Просто мне интересно, я не знаю, может это мало, может это много, может это нормально. Крылатые гусары от Козереремы, а вот это меня фигня обстреливает. В среднем 50, это норма. Спасибо. Греция исследовала электричество. Мне предоставили... Блин, а я его просто автоматом поставлю. Исследовать местность. Ну, уже археологи у француза, блин. У меня великий торговец, у меня, наверное, больше всех, главное, этих. Может, мне эти провести всякие на великого торговца. Блин, ладно, поставлю автоматом. О, апостола, кстати. Надо укрепить религию, действительно. Арабу глянь там предложение. 3 хода. Слушайте, а этот монстр... Греческие тут эти бегают. Польша, предложение, посмотри. Грек, а можно у меня на территории хотя бы не рыть религию? Войну объяви, да и все. Араб, предложение, посмотри, пожалуйста. Так, мне тут торговать нечем. Хотя, пожалуйста. Киты было бы неплохо. Хотя, наверное, это не надо делать на этом этапе было. Да, интересно, до 130 хода улетим? Нет. Грек 408, блядь, науки. Что не ругайся. Испанец, а куда ты намылился этим апостолом? Не, он идет мимо, я к вам не трогаю. У меня там одно задание есть. Просто идет. Если что, у меня просто один мученик готов. Да, я просто... Мы просто хотим пройти. Дзынь-дзынь. Грек, ацтек. Просто если будем так долго ходить, с таким успехом... Давайте уже быстренько смиримся и посмотрим, как Грек улетает. Если вы... Да не улетает он.
Ребята, тут я же вам еще раз повторяю. Тут, по-моему, вот сейчас уже важнее, у кого больше производства. Потому что явно ракетостроение я примерно все одинаково выйдет. Что? Не, ну у него... Осталось. У него в два раза больше промки, чем у меня. Чем... И науки в два раза. И в два раза науки больше, чем у меня. А как ты понял, что у него в два раза больше производства? Вот, науки. Не, не промки, науки. Да при чем тут наука? Что вы к науке представляете? Я вообще раз объясняю. До ракетостроения две техи, вот даже меньше уже двух тех остается, лично мне. Я думаю, всем остальным примерно то же самое. Так что тут вопрос, кто быстрее построит теперь эти летающие. Смотрите, чтобы он не брал этих ученых там на эту фигню. Он на 8 тех не обгоняет, я не понимаю, почему ты так спокойно. Да успокойтесь, я культуры уже скоро выиграю. Не выиграешь. Ну, сами посудите, мне 64 туриста надо только взять. Это очень много. Не выиграешь. 54 туриста это... 54 тысячи, как я понимаю. Даже больше. Сколько у тебя туризма вход? 86. Забудь. Сейчас компьютеры будут. Там с карточками будет 500. И чё? Да, я думаю, тут кто-то раньше улетит, действительно. С такой скоростью это нереально. Причем я вижу, что здесь и повоевать нельзя по-нормальному, потому что тут даже банально некоторые юниты протухнут, пока дойдут до театра действий. Нет, на последних юнитах, мне кажется, будут воевать, они уже не протухнут. Ну вот на танках таких, может и сюда, но тут же кроме танков ничего не играбельно, да? Самолеты говно. На чем воевать? На танках только. Ракета, танк, вперед. А с учетом того, что у нас все в игре, и у каждого всего лишь по две ракеты, я даже не знаю, чем это закончится. А сидеть ждать, пока кто-то первый улетит, так интересно. 170. Ну, можно еще ракету друг другу кидать. Ну вот, так их две всего лишь у тебя. То есть, вот мне в кого бросить? Да, в кого мне их бросить? В Ацтека, который друзьяшка? Или во Францию, которая, ну что, что мне? Который какашка. Тоже друзьяшка. Так строй эту подводную лодку, вези к греку. Да, у тебя там хоть море есть. Арчи передает греку привет. Он согласен с мнением большинства, что... Кто-то ничего... Ну, короче... Ради очков великого человека. Я отвечу. Не могу, Арчи, дословно сказать то, что ты написал. Сейчас-то оно уже не сильно. Ну, водяная мельница на рис. Так, а кто-то чеченицу, что ли, построил, блин? Ну, блин. Так, это апостола было. Ладно. Дзинь-дзинь. А у кого это не было коммерческих районов, мне интересно? Французы. Расскажи мне, как ты смог играть без коммерческих районов. Тяжело. А что ты строил вместо них? Другие районы. Ну я понимаю, ну какой первый район построил, какой второй? Так, мне просто надо интересно. Что-то инженера военного. Я же его открыл? А, его, наверное, как-то не открыл еще. Как играть без коммерческих районов? Да, да. Ну, я считаю, ну, я строил кампус и промку. Нет, стоп. Во-первых, я не открыл возможность форт. Что, виноват, что у меня районы там строились? Начнем с этого. Военный инженер есть.
Но мне форты надо строить. Ну, судя по его развитию, он же не так сильно остается. Значит, имеет место такая штука быть. Я иногда играю с коммерческими районами. Сколько у тебя всего торгов? Не, мне... Получилось. Чего, сколько всего? Ну, торгов по путей. А, сейчас 6. Сейчас ты уже построил район. Ну, построил, да. А в самом начале вообще с одним вот этим путем. Один, да. Один. Изначально. Один такой. Ты что тут серьезно за моего гусара взялись, варвары? Наверное, убьют в следующем ходе. О, какой-то великий человек, наконец-то. Неплохой ученый. 200 науки за каждую тропическую клетку, а? Дошло до того, что люди даже не пошли в нижнюю ветку, не строили запретный дворец. Нет, как? Я строил. Я строил, ты у меня был вон два хода. Думал, никто не пойдет, даже леса нет. Это был 90-й ход, по-моему. Ну, я не особо впереди, по-моему, был. Не, ну... Не... Окей. Горго, посмотри. Я даже сейчас боюсь думать, а вот есть ли смысл военные лагеря строить и в них структуры ставить, чтобы строить армии? Или это уже не имеет нет, смысла? Нет, смысла никакого нет. Ясно. Нет, единственный смысл, вот если у нас вдруг начнется война, то только армии можно строить только в городах с военными лагерями. Но я думаю, я успею дорасти к тому времени еще на 3 жителя. Да. Понятно. Вот сколько таймера прошло, а мне до сих пор еще плизвейт пишется. Нужна ли тут промышленная зона? Но ход не начался еще. Это плохо. Я поставлю военный лагерь, вот это все добавится. Что реально? В городе с промкой в 60 бомбарда вонючая строится 3 хода. Ставил пеку на плюс 50. Тут же. Нет, я понимаю, да, с теха это будет 2 хода. Может полтора, 1-2 хода будет. А ты хотел? Я хотел больше. Каравана. Где тут, чтобы больше зашли было? Зашли в этот город караванов и разошли их в разные стороны. Вот сюда, наверное. Ну, понимаешь, что ты имеешь в виду. Дзинь-дзинь-дзинь. Секунду, дружок. Индия, посмотри сделку. Стоп, подождите, а что ты тут хотел во Вроцлаве другую? Да-да-да. А, ну да, военного инженера. Ну, смысл мне его сейчас строить, если я не открытый форты еще, правильно? А я должен сначала все-таки космопорты открыть, прежде чем фортами вот этими заниматься. Так, ну вот, грек в космопортах. В ракеты. Этим ходом вышел. Отлично. Ты о чем? Хорошо. У меня компьютер открыт. Хорошая открытый. Новость, народ. Ракетостроение. У тебя ракетостроение. Компьютер и ракетостроение еще ползти-ползти. Бедняга. А, он пошел чисто по культуре. Он... Если он в компьютеры попёр, это культурная победа. А, типа победа. Плюс 100% к этому? Да, но это значит минус это один президент. Типа. Все поступления туризма удваиваются, да. А нас не слишком много, чтобы он всех нас захватил туризмом? Ну тут не так... надо много, тут надо... А на очень много туристов.
Дняша здесь 65. Сандро, ну, кстати, тебе надо культурку увеличивать. Будешь увеличивать и японец. 64 у меня, поэтому мне... как этих туристов увеличивать, Лёш? А почему культура? Мне надо увеличивать культурку? Ну, потому что у вас больше всего внутренних туристов. Тут зависит так от внутренних... Всем их... Зависит у меня... Зависит от того, сколько внутренних туристов у человека, у которых их больше всего. Нет, у каждого есть внутренний туризм, вырабатываемый нацией. Да. Есть, он зависит от культуры, от моей культуры, в частности, да. Американцы. Да. И если каждый, ну, то есть ты говоришь про меня, но у меня нормально, ну, как бы у меня нормальное количество культуры. Он меня даже не захватит. Ну, я говорю о том, у кого больше, то есть просто увеличить количество внутренних туристов, увеличить культуру. Лёш, не парься даже, он не, ну, не прокатит. Ну, видно же. Даже с учетом карточек, это, ну, 600, ну, потолок, 700 будет, ну, окей. К этому моменту еще культура еще больше нарастет. А у кого меньше всех? У Сандры, да? Нет, у меня как раз таки... У меня 66, 30. Это туризм. Забей. Слушайте, я не могу тут город, я могу только вот тут город поставить, да? Вот тут город, вот тут форт. Тогда вот это вот все ко мне отойдет, это уничтожится. Можно попробовать, кстати, просто посмотреть способность. Дзинь-дзинь-дзинь. Горка, посмотри предложение. Может купить тут фабрику. 575. Перекил, я тебе предложение кинул. Кто говорит? Да, сейчас я принял, кажется. Да, спасибо. Так, давайте постепенно в Краков перебрасывать, где у меня будет космопорт. Блин, еще жив. А, пускай стоит лечится. Дзинь-д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 зин
Вот так же все делают, поэтому не ждите. Да. Ну, ладно. Американец тут армии настроил и ни с кем не дружит. Американец всегда с армией, всегда. Если у меня цифра увеличится, не пугайся, это все в порядке. Да нет, он первый тут ворвался. Значит, циферка обо что-то ударился просто. Ну, смешно же. Ясно все. Что такое? А что такое? Так, у меня было нарисовано, что все пропустили. Или вы о чем? Нет, про то, что если цифра увеличилась, то... Типа, это все нормально, он строит армию. Нет, ну армия, ну блин, вот как бы... Я прапал все армии, да, у меня тоже ПТ-команды, у меня каски и прочее, ну почему мне не апаться? Вам не... Вас пугает цифра в 700? Было бы две, я бы понимаю, можно волноваться. А что такое 700? Это ну, построили юнитов, и все, у вас такая же армия. Что все сидят вот в режиме овощи, вот это называется. Домикостроителя.
Ну, домика, ну, а тут по-другому, ну, никак, ну, смысл слишком, идти воевать. Слишком много людей, мне кажется. Ну, нет, я, опять же, ту же самую фигню говорю. Нет, может, дело, слишком нет, много дело не в том, может, что много людей, а в том, что у тебя много слишком... Вот лично у меня три соседа. Я не знаю, вот, типа, я иду воевать, сразу сосед может подумать, ага, он там воюет, почему бы не напасть? Так у меня надо тоже аналогично заключать. Три соседа. Тут, наверное, даже больше. А потом, больше, знаешь, нападаешь и начинается, вот он там, блин, захватчик, вот это вот все. Мировое сообщество не одобряет, да? Типа того. Ну и нафиг мне это надо. Потом будет, знаешь, говорить, вот ты там захватил кого-то, поэтому на тебя напали, Леша, ну ты же понимаешь, что это правильно было. Ну, нафиг надо. Хотя, может, гавань достроить? Слушайте, давайте достроим. Про острова? Тут в чате вам спрашивают. То индусы появились на островах города? Дело в том, что у индуса не появились и не появятся, потому что он находится на севере карты, а не на востоке или на западе. Острова справа или слева будут. Он прям на краю карты, и карта... Ну вот, видишь, клеток тундры аж 5 штук в его радиусе. Я не знаю, видишь ты территорию или нет, там прям вообще. Особенно город Мумбаи. Дзинь-дзинь-дзинь. Получите. Спасибо за сочувствие. Не, это очень трогательно. Ну, как бы я очень сочувствую, реально. Ну, сложно играть с этой территорией. Был бы ты Россией, тебя бы не жалел вообще. А так, фермы не построишь, таймер. Максимум холмы. Грек, Франц. Франц, грек. Так вот, по поводу соседей. Надо заключать аналочки. Ну, союзы. Аналочки? От союза. Ну. Долговременные. На двоих пилить. Или там войну 2 на 2 устраивать. Ну, 4 отлично. На 4 пополам поделиться. Ну вот смотри, вот как в Европе. Как нам в надо было заключать союз? Мы получаемся, например, с циферкой, я не знаю, как остальные, но мы с циферкой между двумя. Вот если мы вдвоем заключим союз, на нас по-любому с одной или с другой стороны могут напасть все равно. Мы нападем, например, на грека, с другой стороны сможет ацтек напасть и кто там? Американец, да, предположим. Заключите на троих. Ну, блин, вот в этом и дело, что надо, типа, договариваться, заключать, а начинают заключать те, кто будет на острие атаки находиться. Здесь проблема, вот мне понравилось играть на внутреннем море. Там, по-любому, только два соседа, у всех, с одной и с другой стороны. Вот там... Я проснижен, что ли? Нет, внутреннее море. Внутреннее море. Там раскидало, мы когда играли, нас пипец... А дурац. Как же там вот правило, что можно нападать только на того, кто справа? Что это за правило такое? Ну, что это за правило? Правило Буравчика, наверное. То есть правило, когда ты можешь обнять войну только человеку, ну, да, Джоэл, на Торе, если играть. Если играть на вот таком, либо на внутреннем море, либо на Торе, то, допустим... До конца его крутит. Нападать можно только на того, кто по часовой стрелке от тебя. Да, это... Это проблема баланса игры в принципе. Она слишком строга к вот таким вот к военным действиям. Вот. А строга она один только... человек найдется, который не воюет, и все, он вырывается. А строга она, потому что тут очень быстро наука сейчас происходит. Да. В пятерке-то это все поняли, например, в пятерке, грубо говоря, ты пошел в школы, здравствуй, Арта. Ты там пошел... В универы, здравствуй, арбы. То есть, баланс, очень простой баланс, но он есть. А тут... Ребят, еще раз говорю, в моде вот можно воевать и в середине игры, и в конце игры. Особенно, когда без первых атомок, там играют и на ранних танках, и успевают повоевать нормально. А здесь
Я же говорю, ты только типа построил современную армию, а я, получается, ну вот я беру своего специального юнита, я упарываюсь, строю этих райдеров и пытаюсь на своем континенте навести порядок. Но в итоге получаю в рожу ПТ-команду, которая типа антикавалерийский юнит с атакой в 70, потому что сосед решил в глаз кэнон поиграться и пойти в химию в чистой воде. И чё? Классная война, надо, да? Надо просто перемычек добавить. Если бы ты еще поменьше сленга использовал, я бы еще понял, что ты говорил. Я говорю про... Это на английском. Специальный юнит, еще раз переведу. Давай. Американский. Называется «Всадник», по-моему, на русской версии. Ковбой. 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 Хер с ним. Он почти где кавалерия, вот грубо говоря. Вот кто идет в химию, получает... Он сразу с этих... со сливов этих, как они там... перед химией вот эта вот перемычка. Канализация. Ага. Канализация. Он после канализации сразу идет в химию, упарывается, забирает эту теху и апает свои юниты или строит противотанковые войска современности. А я хочу повоевать, я не строю. Поставлю тут, видите, я не иду по ветке науки. Я иду по военной ветке. Но в итоге я, получается, сам себя и обламываю, потому что я выхожу в юниты, которыми воевать невозможно. С человеком, который типа рисковал. А он по факту ничем не рисковал. Да, именно так. Вот в этом проблема, что слишком в быстро моде, научные да, техи. В моде перемычки поставили так, что ты, получается, вот цифры может подтвердить. Если кто-то идет или по грантам начинает упарываться, или начинает уходить по какому-то, типа вот популярная тема, это и типа промышленной ветки. Потому что промка даже может быть в некоторых местах лучше, чем наука. Так вот, кто это видит, что кто-то в науку, допустим, упоролся, все, он ждет гостей. К нему могут прийти юниты легко. Плюс такие нации, как Россия, Испания, мамлюки, арабы, они успевают повоевать нормально на своих спецюнитах в середине игры за счет того, что они идут не как все в науку, например, а идут по ветке веры. И это Зинзи тоже реализовано. Ну, это все то же самое в пятерке было именно так да, же. То да. есть ты, либо ты идешь по науке, и если кто-то это замечает, что ты ушел в науку, здравствуй, армия. И при этом человек, который тебя захватывает, он с этого получит, ну, бонус. То есть он получит прибыль от того, что он тебя захватил. Тут еще, кстати... Не факт. То есть как ты начинаешь так, захватывать. Если ты не захватил человека очень долго, ты просто с его городов ничего и не получаешь, он с тобой мир не заключает, и все. Да, да. И тут еще, кстати, в этой версии, получается, здесь же большие штрафы за войну, да? Ну, относительно как большие. Я считаю, все-таки вот эти штрафы, они правильные. То есть если ты, блин, в дружбе, и ты объявляешь внезапную войну, то получишь штраф? По-моему, это верно. Нет, это верно. Я в плане того, что большой штраф идет от длительных войн и от вот этого вот всего, правильно? Ну там... Потому что вроде там меняли, типа, там ребалансили немножко, поэтому я не могу уже за ванилу сказать ничего. Как тут? Стрельба из лука значительно продвинулась у меня. Получил ускорение к стрельбе из лука. Ну, почему бы? А кого ты прачником убил? Вот мне тоже интересно. Походу я... Может, у меня какой-то ученый, типа, или... Ученый тебе, да, дал вдохновение. Ну, прикинь, как круто. А, я завершил постройку Великой Библиотеки. Вот почему. Она же ускорение. Так что, Лёша, надо сыграть с модом. Ты с модом не играл, да, вообще? Да. Или играл? В шестерке нет. В общем, предложение, вот тут еще один зритель твой пишет, что надо сыграть с модом. Вот, есть в группе много желающих, сыграй с нами. Пусть люди увидят, что такое игра с модом, и сделают для себя выводы. Что интереснее, NQ-мод? Который, как один товарищ, когда мы собирали, написал, что это чушь и это херня.
Или же все-таки мод вносит интерес даже, в циклу шестую? Послушай, я даже сейчас вот не играя с модом, я уверен, что он на данный момент лучше, чем оригинальная цила. Но тут вопрос, понимаешь, привычки будет. То есть я не спорю, я сыграю, конечно, не вопрос. Но когда сами разработчики доведут игру до ума, а вы уже привыкнете с NQ-модом, и у вас будет, наоборот, зашарено взгляд на это, вы будете, о, оригинальная фигня, вот в моде, там ого-го. Дело в том, что мы, вот я не, ну, скажу так, я, допустим, каждый патч готов тестить на актуальный патч, каждый могу тестить без мода, и посмотреть, что же внесли. Вот для меня было интересно, как будет работать, да, вот это отсутствие. Оно, в принципе, с такой скоростью сетевой, да, эти районы, может быть, не очень... А что, то есть... американцы? Тут война начинается. Что где что? Война? Ацтека судил американцев. Окей. На самом деле я хотел лишь перезагрузить союз. Опять. Вы, ребята, как-то внимательные такие, вам не говорили до этого, нет? Союз хотел заключить и осудил. Ну, смотри. Так. Так вот, что-то я говорил, и меня Ацтек так нагло предал. А почему? У меня почему-то нету кнопки. Когда будет игра с модом? Я хочу поиграть. О! Игра с модом будет, наверное, уже ближе к праздникам. Потому что сейчас предпраздничные дни, сейчас. Какое сегодня число? Ой, после НГ нас... будет вообще удобно, мне кажется. Там давайте следующее воскресенье, там выходные. Новый год в середине недели, ну. Да, сейчас корпоративы Новый год все дела. В субботу. Да. В общем, на выходных как-нибудь можно будет собраться. Только пораньше с утра. Просто когда они... Вот что я хотел сказать. Просто я готов каждую версию, вот знаешь, как слепо верить, что у них все получится. Согласен, что может не все будет так, как хочется всем. И не все будет соответствовать тому, что есть сейчас в моде. Окей, но вот они вносят изменения. Попробовали. Ну, я, например, вижу, что здесь большой косяк в сторону скорости изучения технологий, их кривости, даже больше вот это. Мы вообще не воевали здесь на карте. И понять, как юниты себя ведут в ванильной версии, тоже нельзя, потому что вроде бы как в NQ правили там немножко формулу, но там разница, грубо говоря, в 5-10 единиц силы, она катастрофическая для войны. Катастрофическая, потому что кто-то выходит тупо в казаки, прилетает, и ничего ты не можешь сделать. В моде ты можешь сделать, потому что антикавалерийские войска могут наносить урон повышенно. Ну, то есть вот такие моменты. Элементарный баланс. Когда это все сделают без мода, мы с удовольствием забьем на этот мод. И Hellblazer, наверное, скажет аллилуйя первый. И не будет делать эти новые версии. Через два DLC. Да, да. Поэтому пока сидим так на же, море. Так же, как и со старой цифкой, по-моему. Ну, с пятым. Ацтек. Через два больших DLC. Ну, есть да, таких, как Персия. Там. Два платных DLC. Два больших платных DLC, которые ты заплатишь по 30 денег. Все DLC платные. Понятно, понятно. По 30 денег заплатишь, а не по 2,5 деньги. Блин, эти города государства еще пустят сюда? Ацтек, а ты осудил, окей. Ну, это не шутка, что ты ошибся, или как? Потому что я смотрю на твои войска, на мои давай, войска. Давай, союз, а то на меня Лёшка нападёт сейчас. Не союзник. С чего бы? Я как бы, ну, ты ж, мы не можем теперь, по-моему, принять союз. Ну да. И до этого не могли. До этого могли. Просто тебе надо было бросить дружбу, а потом союз. А сейчас у меня появилось вместо союза объявить Casus Belli.
давай договоримся на устном уровне таком. Так, инженер. Вижу, ты так армию подвел. Одно удовольствие. Армия всегда здесь стояла. Ты же понимаешь, где мне ее еще держать, кроме как границ? Мы ж не это. Нет, тут и так норм. Так, где наш мирный атом? Тут можно два жилья в Плотске, наверное. Или в Познане лучше. А, следующим ходом заработает. Блин, дурацкие... юниты. Да, тут максимум производства. 3-3-3. Каир 4. Блин, опять я греческого шпиона захватил. Ну что опять ходят все по полчаса? Что там делаете? Микроменеджмент. Смотрите, Джоэль уже, наверное, в зеленых карточках последних. Вы как-то сюзерены посмотрите, вот какие города у него в сюзеренстве, и поперебивайте, что ли. Сеул, Джакарта. Джакарту я сейчас перебью. Постараюсь. Вильнюс, Женева. Не знаю, ему как оставалось 50, или вы о чем? Я про сюзеренство, количество ГГшек, которые находятся сюзеренами по отношению к греку. Он просто Сеул, в конце... Я смогу перебить. Понимаешь, он в конце по культуре. Там карточки дают плюс 10% к культуре и к науке. Ну, не знаю, ему как бы к культуре уже нафиг не надо. А зачем ему, если он до них дошел? Ну, наука у меня уже 757. Зачем это все? Не знаю. Ну как, наука у меня еще не прокачана. 757, ёп. А зачем? Да, кстати, зачем 757-то? Если он может, почему нет? Да. Если бы можно было много ядерок кидать, он бы выиграл точно. Так это любимая тактика. Ну, скидаем его ядерками сейчас просто. Это надо их только купить, сделать. Дело в сначала том, что в ядерки. Он не в ядерки пошел. Он пошел в туризм. Ему с такой наукой это невозможно. Он сейчас во всем будет. Но он выйдет сейчас и в ядерке, да. Просто... Как и раньше, ему остается 54 туризма. Вот прошло 10 годов, ему опять 54 туризма надо. Ну, я как бы об этом говорил еще на старте. Американец хорош уже качать культуру. Конечно, он может улететь.
Sure, jets are fast and economical, but... Диверсии... Француз, там предложение тебе было. Ацтек предложение. Блин, качечка, ну а нафига тебе Иерусалим с Узереном? Иерусалим? Да. Ну, там задания были. Ну, чертёв, ну ладно. Он дает еще в каждом городе эта штука. Я 6 вложил в него и задание одно взял. Почему бы и нет? Ганди, японец. Сделки посмотрите, пожалуйста. Так, что у нас тут? Ну вот, для космической гонки. Шпионы французские вообще не жгут. Ты их поздно построил. Да? Да, тебе надо было пораньше их засовывать, когда меньше было жителей. Они к этому моменту уже были, можно было бы переименовывать там агент 007, Джеймс Бонд, прочие товарищи. Вот этот. То есть... А еще каких шпионов ты знаешь? Ну вот только одного такого. Рихард Зорге. Дзинь-дзинь-дзинь. Это не шпион. Хотя разве что китайский, может быть. Че-че-то все стали забивать на таймер, ребят. Ой, я забыл просто нажать себя. Я просто... Вот, мы сидим, не воюем и просто обсуждаем какие-то вещи непонятные. Или вы там что-то пытаетесь выиграть как-то хитро? Ну, я всегда пытаюсь выиграть, а ты не пытаешься выиграть? Я получаю удовольствие от процесса. Ну вот в данной ситуации я не особо получаю удовольствие, потому что ты... Но и пытаюсь что-то сделать, хотя бы. Меня больше здесь беседа развлекает, честно говоря. Здесь уже чисто наука, если... Что пойти повоевать с кем? С ацтеком, который нагло меня осудил. Окей, ну буду я воевать с ацтеком. Тем временем все улетят, а мы с ацтеком будем воевать. Класс. Нет, сейчас начнется поочередное выщелкивание лидеров. Просто я реально понимаю, что... Просто может быть поздно. Может, реально... Грек и все это. Ну так вы сначала откройте уран, постройте проект Манхэттен. Зачем? Можно танками. А, отлично. То есть это мы должны сейчас заниматься этим. Дело в том, что... А как вообще сейчас ПТ-команда против танков? Давайте договоримся все вместе. Давайте, я за.
Лёш, я пригород заложил. О, могу идти делать... Нет, через два хода, через два хода. Хорошо, понял. Спасибо. Пожалуйста. Надо только юнитов прапать, а тут действительно сейчас вызовешь повстанцев каких-то. Ну что, на 4 производства уже больше нету, да? Да, я же эту армию построил. Блин, чувак, свали с этого холма. Выздоровел коник. Так. Ракетостроение у него есть уже? Ну, я считаю, что да. Просто не дай ему забрать ученого на полторушку. И там инженеров и все. Так, следующим ходом я смогу археологов строить. Плюс к культуре хоть какой-то получу. Ребят, скажите, у кого выучено хотя бы литье? Дзынь-дзынь. Что значит хотя бы литье? Да, почему только хотя бы литье? Я сомневаюсь, что у кого-то и баллистика есть. Зачем это надо? Вот-вот. Если воевать, изучено. Ты проиграешь. Это очень-очень странно. И все это изучено. А что? Француз. Я по старой памяти начал все изучать и как бы... Да-да-да. Француз. Я в туалет отходил, извиняюсь. Так нажал бы конец хода и пошел там журчать. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение смотрите завтра. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.